Жительница Кургана умерла после отказа медиков положить ее в больницу. В больнице скорой медицинской помощи женщине с симптомами инсульта врачи отказали в госпитализации и отправили домой, где она в результате скончалась. Из-за отказа положить в больницу и оказать адекватную помощь, умерла Камшилова Надежда Анатольевна. 5 октября она поступила в первую городскую больницу с давлением 190, распирающей головной болью, нарушением речи и неспособностью передвигаться. Привезли ее на скорой ночью в больницу. Положить отказались, написала женщина. Через час после обращения в больницу врачи связались по телефону и сказали забрать женщину домой. Также она отметила, что врачи не проводили анализы для Надежды Камшиловой. Пациентке якобы был сделан лишь один укол, который ситуацию не исправил. В результате она умерла дома от кровоизлияния в мозг. Департамент здравоохранения Курганской области выразил соболезнования родственникам и заявил, что факты, изложенные в публикации, требуют проверки. Также там отметили, что в случае, если будет установлено неоказание или некачественное оказание медицинской помощи, виновные будут привлечены к ответственности.